Всем приветики. Вот я и добралась до выставки в Дрездене. И нас встречает вот такой красивый стенд. Людей здесь очень много. Выставка огромная. На этих стендах можно купить растения. Здесь больше 30 теплиц выставлены на продажу. Здесь выставлены растения гроссрах орхидеен. Можно здесь у них все купить. Выставлено очень много разных. Я, конечно, все это не засниму. Но вот здесь есть котлейки и набелур, и перини, и разные лоэлии небольшие. Выбор огромный. В гроссрах орхидеи есть дизы. Здесь представлен айсерхаймер орхидеен. Вот у них здесь котлейки разные. Есть тут максиллярии, лоэлии, башмачки. Здесь очень много там дендробиумов, но я там снимать не могу, людей очень много. Здесь тайвань орхидея. Вот. Все, что у них представлено. Котлейки разные. Ну и также Эквадор. Как всегда, у нас много всего интересного. Здесь опять Тайвань. Очень много котлеек гибридных. Здесь у нас люльки орхидеи. Ну, люльки тут все маленькие. Все сеянцы. Ну, ждать очень долго до цветения этих орхидей. Ну, есть, конечно, такие крупняшки. Пенопсисов очень много. Здесь Колумбия. Это орхидеи Катя, да, которые дорогущие котлейки. Ну, котлеек нету. Есть что-то другое. Также Дракулы есть. Как-то не очень. Здесь у нас орхидеи Азии. Ну, у них тут и сеянцы есть. Ну, понятно, фенопсисы, мельтонии. В общем, разные красоточки. В общем, вот такой. Куча фаленопсисов гибридных, башмачков гибридных. Здесь у нас Бразилия. Уже много сеянцев, много миниатюр. Надо все смотреть, читать, что почем. Ну и очень много котлей. Котлей очень много. И цены разные, названия, и перини, и триана, что угодно. Ладигезия. И насекомоядные здесь есть. Такие классные.
Разные тиланцы. И кактусы рядышком красивые. Есть прям очень интересные. Какие миниатюрные котлеечки, симпатяшки. И Crystal Smith, и Why Not котлейка. Хупсы, хупсы все с красивыми листьями. Котлейка. Очень много всего. Подминается куча разных. Какой красавчик. Красивые цветочки. Как желтые бабочки такие летают. Красивый тендер. Такую бы занавесочку иметь. Вот тут тендер красивый. И здесь у нас серебряный металлист. Да, это ботанический арт. Бит. Серебряная медаль. Здесь у нас красивый филиппинец. Красота. И здесь рядом свет светим, так и брить нас на рыбшика. Ну, конечно, огромный. Вот, огромное растение. И здесь у нас золотой медалист. Ну, конечно, добиться такого цветения, это стоит больших трудов. И вырастить вообще такое растение огромное. Очень огромное. Ну, красота. Красота. К сожалению, свет падает не так красиво, и не все можно рассмотреть. Красивые цветочки. Ну, красиво, когда их много. Красота. Здесь представлены орхидеи от орхидеи Люки. Красавчики. Получили серебряную медаль. Эта красота получила бронзовую медаль. Красивый гибридик. Сафронитис коксинея на Лаэлия Флава. Красотка. Лекасточки. Очень плохой свет. Сложно снимать здесь. Тендер гибридный. Очень много ансидиумов.
красивый тембр. Ну и здесь несколько композиций. Ну, смотрится очень красиво. Тоже много анцидиумных, смотрится красиво в такой корзинке. Здесь у нас Ройтаконага дендробиум. Красивые цветочки. Симпатичный башмачок. И фаленопсисы. Сигапеталум. И анцидиум, цимбидиум рядом. Здесь у нас полянка из башмачков. Но это филиппинцы. Так. Папиопедиум филиппинэнсис и ракшельдианум. В общем, разные гибриды. И медалька у них там есть. Красивые, усатые. Это у нас уже вот такое. Орхидеи плюс тилансия инполь. Классные башмачки, мне это так нравится. Я уже не хочу себе башмачки покупать. Целогинка крестата. Ну, красивый башмак. У меня такой есть. Я не знала его название. И здесь хоть узнаю название. Бедный уже немножко потрепался. И рядом вот такой красавец. Звезды. Ангрейком сископедалом. Название там есть. И серебряная медаль его. Ну, это эпидендрум паркинсонианум. У меня такой живет в террариуме. Как-нибудь покажу. Тоже уже больших размеров. Теланции цветут, красотки. Здесь еще вот такие желтенькие, миленькие. И занавесочка из дендробиума. Тоже с медалькой серебряной. Здесь какая красота, я такое никогда не видела и не знаю даже, что это. И бронзовая, и серебряная медаль. И вот там название. Ну, симпатично так смотрится. Полянка дендробиум кингениалум. Интересно, называется вот так вот. Тоже симпатичное растение. Здесь лаэльки анцепс. Это тендрумы. Это стенд Айзенхаймер орхидея. Башмачули красивые. Котлейка желтая. На стенде очень много котлеек гибридных. Красотки.
красавица Персивалиана. Очень мне понравилась эта лекаста. Буду теперь ее искать. Еще немножко котлеек. Очень плохой цвет и свет, потому что все как-то так засвечивает. Следующий стенд. У нас диванки. Красивая яркая котлейка. Классный башмак. Пятнистый. Тендры, фаленопсисы и пасхальные зайчики с яичками.